Открытие счета инвестора. Для того, чтобы открыть счет инвестора, перейдите в раздел «Инвестируйте». Выберите подраздел «Счет инвестора». На данной странице вы можете найти подробную информацию об услуге «Управляемые счета». Для продолжения процедуры регистрации счета инвестора нажмите «Регистрация управляемого счета для инвестора». Открытие всех счетов в компании Grand Capital доступно через личный кабинет. Поэтому, если вы ранее не открывали личный кабинет, необходимо пройти процедуру несложной регистрации, после чего на указанный вами электронный ящик придет два письма. В первом письме будет доступ к личному кабинету, во втором – логин и пароль к вашему управляемому счету. Если вы уже зарегистрированы на сайте, просто войдите в личный кабинет. И завершите процедуру открытия счета инвестора. Для этого необходимо выбрать плечо и ознакомиться со всеми регулирующими документами. В случае, если одно из полей не будет указано, процедура регистрации счета инвестора будет невозможна. После успешной регистрации счета инвестора на ваш почтовый ящик, указанный при регистрации личного кабинета, будут высланы данные с логином и паролем к вашему новому счету.